Привет, мой любимый зритель, ты смотришь продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Извержение произошло. Можно было действительно договориться, клетки поделить и спокойно развиваться. А население потеряно... В каком городе, интересно? В Ульме, что ли, блин? А почему 50? Не, в Хельсинбурге, я так понимаю, раз Хельсинбург написано. Блин, еще и Ульм отваливается. Ну, трындец. Так, у нас бегают из Магдебурга, Гейдельберга, Ульма и Берлина, да? Значит, точно один нужен Билай. Из Ахена и один из Кёльна, давайте вот так. В процессе, вот. Следующим ходом. Будем заключать? Да. Какой? Просто у меня экономически занят уже. Бывает, точно. А, культурный, может. Кто-то еще может забрать, кроме... Культурки немного как раз. Ща, подожди. Я города дострою. А ты Виктора сажал вообще, типа, в тот город? Американец. Мне его не было. Ну, с Виктором ты бы отдефался, может быть. Ну, мне не нужно было на тебя идти, мне нужно было просто спокойно здесь строить оборону в этих двух клетках. Я еще, понимаешь, когда весь этот скандал случился, я еще плохо территорию разведал. Я еще не видел, что у меня там слева на самом деле нормальные места и есть куда селиться. Кстати, плюс 3. Там слева мест просто опа. Ну, это я уже выяснил. В принципе, тут имеет смысл. Позже. Так, давайте а тут здесь. Какая ситуация? Я стартую, ставлю строителя. Город в трех клетках от столицы. Снизу меня индус, который тоже меня потеряет сбоку. И, в общем, все. Поставил город, купил пару клеток. Челини стал кричать, что все, война. Нет, ты купил не пару клеток. Две купил. Ты три клетки купил, четыре клетки купил. Купил клетку с кампусом, клетку с бананами, клетку с лошадью, клетку с военным лагерем. Богатенький Буратино. Да, то есть ты прям реально копил всю игру деньги ради этого. Лучше, поверь, лучше эти деньги тратить на армию, чем на выкуп клеток. То есть только какая-то, может быть, если вот реально нужная клетка, а 4 клетки выкупить, это сколько это, 150 потратил примерно, наверное, так? Не, в начале игры там по ней по 25 были, по 25-35. Ну смотри, здесь кампус просто, вот кампус надо было купать, ну, он на плюс 5. Его 35 умножить на 4. Не, ну кампус, может быть, и даже я бы ничего не сказал. Ну ты бы ничего не сказал, да. И вот и военный лагерь я бы ничего не сказал, вот этот. Когда ты покупаешь тупо первый радиус города, как бы, два первых, вторых радиуса города, ну, считай, ну как первый, ну второй, ну который вот прям вот вплотную. Так, так военный лагерь у меня стоит во втором... Я выкупил клетки второго радиуса, поэтому я не понял, что такая агрессия-то в ответ была. А зачем ты выкупал клетки для компаса, если для Челлини эта клетка в четвертом радиусе? Да. Он ее никак не получил быстрее тебя. Но у нее не там поверишь. Престижная клетка, типа. Не поверишь, чтобы поставить там кампус. Но ты только поставил город, и сразу же не ставил бы кампус само собой. Ну, я следом вел строителей, чтобы вырубить там лес и поставить кампус. Да
Блять, ну как этот маленький меч слона убить своим маленьким мечом? Ну что это такое? Ну, отрастить меч побольше, например. Ну, смотри, есть несколько вариантов. Все почему мечами мериться будут. Ну, это, правда, не на видео надо будет озвучивать. Ох, как ну, далеко от вента. Надо было тебе просто оставить, да и все. Ну, кампус у меня нет. Центр коммерции, я думаю, у меня нету смысла, плюс 100%. Я бы создание строителей пока оставил, я бы сейчас в столице поднадел немножко. Священное место оставим. Выкуп клеток я бы тоже пока оставил. Я вот правда не понимаю, в чем прикол. То есть стоят два города рядом. Ну что, здравствуйте, ганзы по 20 производства. Красота. Китай пошли на Алексея, что-то он вообще разошел. А вы его уже нашли? Так у меня кроме ганз, собственно, ничего и нету. Тут вот у людей, например, есть турок, у которого священные места 10 производства дают. Единственная радость у меня в жизни ганзы будут. А у турка тоже других радостей нет. Да, у турка других радостей нет. У нас тут как бы грустно, на самом деле. У Китая все хорошо. Мне кажется, и у Индонезии, и все. Ну, мы ж не видим, что на том континенте. Поэтому можем предполагать. А у вас там у кого больше всего науки и сколько? 72 у шведа. Ну, тут там все приблизительно рядышком. 32 у шведа? 70, да. А, 70. А то я же хотел удивиться. А сколько людей там у вас в науке на том континенте? Ну, 5 также. Слушайте, может мне торговую республику так открыть? Мы тут пока, да. Ну, Китай за счет Америки, конечно, сейчас будет бустить сильно. То есть, а я так чисто просто сижу, строю домики пока. Ну, перемешку чуть-чуть. Я тоже начинаю строить домики. 12 науки вперед. Я бы на твоем месте включил бы сейчас фильм и просто так следующий ход. Не, давайте все. Реально. Или, блин, все-таки дождаться каравел. Идти в дипломатическую эту. Хотя, блин, тут так долго буду сейчас гавань строить. С другой стороны. Вот так и дело. Тут смотрю, убой свиней разными способами. Сижу тут, ржу и играю одновременно. Почему ты удивлен? Ну да. Турок, ты вообще в Союзы не будешь выходить или что? Я ничего не пойму. 7 ходов? Следующим ходом. А, окей. Ты каждый что-то сказал 7 ходов назад. Вроде как. Поверь, я хотел бы быстрее. Все вроде нормально, с культурой. Ну, в смысле, примерно как у меня. А не в Союзах. Что-то там открывал такое. Я плохо выполняю эти квастики. Кинул союз. Так, серебро. Ну, блин, цитрусовые. Я просто потерял там. Со Швецией давайте забыл. Медом. Турок, ну вот. А, у него вообще все есть. А у тебя только культурный остался? Да. Культурный... такое... Монголия, ну что, заключаем? Да-да-да, я вот как раз тебе кидаю. Давай там... что-нибудь. Блин, уж это куча ресурсов, но я с ними не могу торговать. О, культурный, видишь. В смысле, ты отказываешься от союза культурного? Нет. Сейчас, подожди. Он Турок, я просто с тобой воевать тогда буду, если мы культурный не заключим. Просто сразу предварительно тебе... Это не угроза, это просто... Предварительные ласки. Нет, это просто, если мы не заключаем культурный, я воюю, потому что у меня города отваливаются иначе. Ну, что ты их так далеко ставил? Ну, это мое уже дело, где я их ставлю. А если ты хочешь воевать, то придется воевать.
поделать. Ясно. Египет, ты как насчет с турком повоевать? За обеими руками. Отлично. Второй американец. Ну это не следить за... Ты не хочешь во фланг зайти? Ульм отжать. Не следить за силой Египта. Это Египет хочет его зайти. Это не я хочу турка забирать, это Египет. Мне просто выгодно, чтобы меня не отваливалось. Жесть там у вас. Магия Алексея, про магия. Я ну быстрее спать пойду. Так, а что я тут... Не, ну не очень логично заключать союз культурно с человеком, у которого в твою пользу отваливаются города. Ну да, я его тоже не понимаю. Ну да, у тебя проблема, ну так... наверное, проблема решается двумя способами, видишь? У тебя как бы теперь тоже проблема. То есть, либо ты можешь сделать так, чтобы у обоих не было проблем, либо ты сделал и у меня проблему, и у себя проблему. Ну это такое странное решение. Если у вас решение, как бы вы принимаете те решения, которые создают проблему двум людям. Сетевой Ctrl-Enter не работает, Шида? Работает, почему? Ну, что-то мне не хочется. Shift-Enter или Ctrl? А, Shift. Shift-Enter. Так, ну ладно, пора. Там, конечно, один ход оставался, но лучше что-нибудь, какую-нибудь другую клетку он добавит. Так. Что ж нам тут обрабатывать? Пойдем-ка к Дортмунду тогда. Я не сижу как дурак, Ctrl-Enter жмаку. Не, слушай, турок, так получается, я зря тебе дружбу бросал. Тогда что ты дружбу принял? Ну, так тогда дружили. Нет, ты вот сейчас принял дружбу, чтобы принять союз, правильно? Нет. Хитрец. То есть я тебе не сейчас бросал, да, дружбу? Нет. Я что-то не помню реально. А когда я ему бросал дружбу? Наверное, давно, да. Ладно, тогда подождем. Вау. Просто пол армии мне снесло. Давай, индус, обстреливай уже и покончим. Я думал, ты индуса оставишь. Мне, кстати, надо тут убрать религию, тогда... А если вот, ну, захватил, но хотел передать, можно передать город? Нет. Передавать можно только, вот, когда вы воевали, вот, например, ты там захватил у... там, кого, с кем там воевал, не знаю. С индусом воевал, например, захватил у него город. И индус говорит, я с тобой мир согласен, только если ты мне город обратно отдашь. Вот только в таком виде. Потому что это в механиках игры есть. Так. Из Франкфурта давайте. Ну, забирай индуса тогда, чтобы он не мучился. Не, индуса зачем? Если воевать всю игру, это нету смысла реально в цели воевать всю игру. Смотрите, прикол как генерировал. Чтобы создать... короче, надо создать две бомбарды, а ускорение получается назад. Ну, вы поняли. Две бомбарды. Оно за бомбардами, да? А ты рофлишь? Да, реально? Да. То есть оно даже не в нижней ветке, да? А за бомбардами.
Ясно. Открываем без эврики, как говорится. Да. Спасибо, что сказал. Я думал, типа, там идти вниз, там открывать эврику. Я постою. Ну, я боюсь, что ни одного лучника убьют. У меня астрология до сих пор не открыта даже. Класс. Пол армии убило этим и отвалился Кёльн. Просто все вовремя. Все максимально вовремя. Довольство из-за усталости, из-за войны. Минус 6. Тупо. Круто. Ну, хоть чем-то. Но в городах плюс один при этом. Понимаешь, что мне тут предлагают? Ну, надо туда везти, не со мной. Слушай, а довольство, оно же не за один момент проходит, да? Оно через какое-то, спустя какое-то время восстанавливается. Усталость от войны, вернее. Да, не сразу. Там быстро, вроде. Че, индус-то не обиделся на меня за этот город? Ладно. Да, даже если обиделся, что у тебя? Войну объявишь. Тут кампус плюс 2. Пойдет, тебя захватят. Не, ну индус, я больше, ну, я друга в беде не брошу. Вот, может, военный лагерь, кстати, здесь сделать? Ну, священное место тут странно. Да. Вот я бы тут кампус на плюс 2 поставил потом в Магдебурге, но чуть позже. Военный лагерь не помешает. А, жалко. Тут акведук не строится. Тут, ну, тут надо... Слушай, а может реально тут сначала... Нет. Я бы дамбу все-таки ждал. Ладно, что с кампусом? Плюс 2. Ну давайте уже, наверное, кампусы строить. Слишком долго откладывали. Будем сражаться. Надо Магнуса посадить куда-нибудь. Ну да. Сейчас еще пройдет еще что-нибудь. Через ромашку, прикиньте, сейчас пройдет. Ну, почти. Один район сломал. Чума. Лёша, а можно я по юнитам постреляю? Да, пожалуйста. Я не должен мне там мечника убить. Можем картографию пока. Феодализм, замки. Еще феодализм сейчас откроется. Давайте стримим. А Виктор дает плюс 5 не только тем войскам, которые в городе, но и которые на территории города, да? Нет, по-моему, тем, которые в городе только. На самом деле, пофигу, да, что тут акведук строить. Ладно, я бы начал сначала...
центра коммерции в Гейдельберге. Ладно, иду, я там город не буду ставить, можешь выкупать клетки, в принципе. Тут... Я считаю, хорошо, что это политика 2x стандартов. Одному Ганди можно выкупать клетки, а другому нет. Все запутано. Не стандарты, ну это, ну он же ворует, потому что ему кушать хочется. Ну, блин. Ну простите же его. У него там жена, дети там. Вот ну нормальный мужик, блин. Ну своровал он там. Ну, ну да ладно, да пусть ворует. Дети в 15 лет. Я не такой. А сколько там максимум науки на том континенте? 70 плюс. Пока не страшно. Ну, кстати, если Египет будет откладывать все дальше атаку на турка, то турок в какие-нибудь нормальные, ну, в свои юниты выйдет. Значит, мне надо было со шведом культурный союз заключать. Не должен мечника убить. Я думаю, он опять будет арбалета атаковать. Я про, вот про этого говорю. Сейчас посмотрим. Не, мечника. Так, Магнуса, я тут где-нибудь хочу что-нибудь вырубать вообще. Это у нас равнина. Да, в общем-то, нет. Я бы Лян на аквакультуру прокачал, да, в Берлине. Ну, на еду я строю священное место не просто потому, что оно плюс 3 дает, но тут еще еда, извините. Накорми мир. Ладно, Магнус. Давайте в Магдебург. Ульм сильно отваливается. Блин. Ну, жопа. Чириня, можно твой стрим включить? Включай. А то скучно. Ганди, что ли? А то тут что-то народу дофига непонятно. А, Грузия, давай, дружи. С кем? А, с Египтом. Смотри, у тебя есть Лахор. Ты в ту кишку еще можешь город сунуть, забрать гранаду. Смотри, а вдруг Алексей решит напасть на турка? Ты ему поможешь.
а у нас с тобой дружба. А я не хочу, чтобы турка забирали. Ну если турка пилить, это там по плюс два города, допустим, будет. Блин, что с Камачу Пикчу, мне так уже предлагают 4 хода всего лишь. Ну это так, я понял. Ну вдруг что? Ладно, давайте построим. Это еще будет плюс к священному месту. У нас месту. Не правда, есть игроки из партии. Какие? Какие? И молчание. Ну, сказали, а говорите и Б. Вот-вот. Да тут их много, как бы. Хватит всех не щадя. Все, ну, что ли, сидят? Включаю тебя, Алексей. Меня? Я, может, что-то не понимаю. Это может, что просто... Может, да, ты не понимаешь чего-то. Может, тут просто считается все, кто... Нет, в чем прикол? Отображаются как бы те, кто сидят. Это если ты наведешь на значок человечка внизу стрима. Вот, и там будет отображаться. Я думаю, может, все-таки... А то, что там рядом находится, это просто показывает всех... Я не хочу... Ну, вообще, аквакультура все, неплохо все будет. Да. Ну и... В тот же Франкфурт, например, посадить... Или в Гейдельберг. Тут 12 жилья, а тут... Блин, давайте Виктора во Франкфурт. Данес, ты не будешь против, если я преслов убью? Тебе сильно надо он? Ну да, ну типа там промзоны хорошо забафуются. Я бы просто хотел, чтобы остался типа буфера. Следующий кандидат на нас только что образовался. Подождать два хода. Сколько у меня Кёльн будет? Нет, я не могу два хода ждать. Ну, типа я мог карточку наемников поставить. У нас на 9 ходах, да, появляется еще один отряд? Возможность строить следующий район. На 10. А, да, точно. Ма, блин, серебро надо. Ну, в гайде... Ну, серебро, по-моему, культуру дает. Такое. Не, 20% золота. Хм, кстати, может тогда в Дортмунде, потому что тут явно будет больше золота, когда он будет расти. Давайте я в Дортмунде лучше сделаю. Пирамиды два хода. Кстати, давайте. Храм. Данези, ты мне своей религией тонко намекаешь, что надо бы все-таки это самое, да? Открыть. Храм и все остальное. Так, а на тебя же не распространяется в мои верования. Ну, там как бы строить можно. А, ну... Ну, стоит ли этого ради двух этих молотков? Ты будешь строить это священное место, если у тебя промышленности нет ходов 7. Ну да. Но тебе толком-то ничего не даст. Да мне что-то в этом... В хухох-то вообще... Какая-то жопа с этим самым, с производством. Ну, у тебя, я смотрю, да, у тебя тут одни эти яблочки. Вообще почти холмов нет никаких. Ну, да. Ну, там чуть подальше есть холмы. Ну, да, ну, так это третий радиус. Слушай, Египет, а что ты ждешь?
Пока армия Турции не станет равна твоей? Если грузин на меня нападет, то я упаду. А, грузин еще хочет на тебя напасть? Индонеса, можно я заберу прислов, но будет союз до конца игры? То есть ты мне обещаешь, да? Да. Ну давай так, если ты будешь улетать только, если... А, не, ну то... Ну ладно, 14, 16, 20. Красивый вот это. Ромашоид. Прощаться. Прощай. А с кем? Все, Америка. Спасибо за игру. Спасибо Good за игру. Goodbye, Америка. Давай, удачи, пока. Было прикольно. Пока. Нет. Винни, спасибо за полезный опыт. Было интересно с тобой повоевать. Да, не за что. Мне, конечно, больше не нравится, что у меня ульм отвалится, а не Кёльн. У меня сейчас по факту производство только через леса. Блин. Может мне инквизицию сделать? Ну, блин, апостолы дороговато будут. Ганди в том числе. Ай, давайте картографию откроем. Я хочу наемника поставить по-быстрому. Апнуть. Так, значит, здесь делаем улучшение. Наверное, пора уже кампус ставить. Наверное, сюда. Как же страдает Кёльн. Было 6 жителей, уже 2. Да. Алёша, а когда у тебя дружба заканчивается с турком? Без понятия. Ну, должна скоро закончиться. Если я тогда не кидал на это, то, значит, давным-давно заключал. Просто своя религия будет тоже давать лояльность. Проблема, слишком распространилась религия турка. Приходится кучу веры именно на убирание его религии делать. И мне надо инквизицию создавать. Блин, что-то страшно, я уже перебрал 10 очков, а еще 10 ходов до конца. Ну ты же столицу там захватил, уничтожил полностью человека, и там, по-моему, по 5 очков дается, как минимум.
А сколько дается очков эпохи за обработку клеток, вот, которые попали под вулкан? Одно. Одно, да? Это одно за каждую клетку или одно вообще и больше не дают? Без понятия. За каждое стихийное бедствие. То есть, если ты после него обработал одну клетку, за соседнюю тебе не дадут. Епа, спасибо. Кстати, вот тут тоже будет... Кстати, а почему тут 16, а тут 14? За соседние ресурсы, за какие... Так, какое я чудо хочу этим? Ну, рурка нигде у меня не... Ну, хотя вот тут в Ульме, но смысл его там делать. Какие у нас есть мавзолей в Геликарнасе? Так. Вот в этом городе, например. Хотя, мне кажется, и в Берлине он нормально будет. Так. А, он должен рядом с гаванью быть. То есть он и в Ахине, например, не построит. Нет, построится, кстати, вот здесь. Хорошо, колосс. Блин, тогда рыбы надо убирать. Блин, я бы его реально в Дортмунде строил, что... А, в Дортмунде не получится, тут железо. Хорошо, можно... Блин, ну для Майнца тогда придется оставлять все эти чудеса. А другие у нас чудеса тут Килва, Кисивани, Касса. Колизей, кстати. Еще на Колизей можно подумать. Кстати, в Гейдельберге можно собор Василия Блаженного. Где он? Вряд ли его кто-то строил. Реально не знаю, на какого инженера, ну, на какое чудо потратить инженера. Пока просто поддержим его, видимо. Так, пойдем-ка китов обработаем. Я оружейную открыл вообще, чтобы ее строить.
открыл. Тогда надо в Магдебурге, собственно, в нее идти. Ой, какие дебильные предложения, абсолютно не. Давайте за индуса плюс. Что за индуса плюс? Новые районы построения тигрыком осуществляют культурный захват. Они его не видят, наверное. Да, мы его. Тогда у вас-то на континенте поинтереснее все, типа, в плане развития, наверное, тогда вам решать. Ну я за индуса, да, наверное, первое, а второе, не знаю. Спасибо. Ну первое, наоборот, хорошо, типа. Претензии я не знаю, я никого не открыл, наверное. Мне тут на своем континенте у меня больше врагов нет. У меня тоже, поэтому кину на себя. Что там, когда ульм отваливается? Еще два хода постоит. А, швед, ты тоже хочешь испортить отношения, да? По качану. Ведь тебя плохо слышно, к тому же. Я говорю, почему ты решил? По твоим коляскам? Ну, это не к тебе. А к кому? Ну, а как ты думаешь? К Ульму, я думаю. Нет, не буду я твой ульм забирать, не переживай. Слушай, сделай что-нибудь с микрофоном, я не знаю, очень плохо слышно. Я не могу ничего сделать с микрофоном. Усиление поставь в настройках. Да не ставится, я уже пытался, все. Я переделал кучу всего. Я просто говорил бы громче, у меня ребенок спит, я не могу громче говорить. Понятно. Я тебе, Лёш, союз предлагаю. Так он и так союз. Можем культурный заключить, чтобы тебя не отваливалось. Ну, здорово. Мне главное, чтобы ты сейчас не трогал ульм. Не буду трогать ульм. Просто выглядит, как ты, ну, прям вот вокруг этого города стоишь. Блин, что-то не соображу, что мне тут лучше идти обрабатывать. Не, все равно плюс 6 осталось, несмотря на Мачу-Пикчу. Он не работает на священные места. Да, я смотрю, Данди, вообще совсем печально все. Строится кампус на плюс 5. Так, давайте. Но тут уже не кампус, тут уже, как говорится, кто больше городов Апостол заспаунил, тот и выиграет, наверное. Ну, понятное дело. Я хочу инквизицию основать. Просто я дурак. Иначе мы будем очень долго. Самокритичненько. А ты никак не сможешь, Лёш, удержать ульм на этот ход? Нет. Я просто хотел лапнуться на твоей территории. А чё там города отваливаются, реально? Да.
Это Темный век? Нет. Блин, не хочу колосс там ставить, да елки. Давайте развлекательный попробуем и Колизей. Слушайте, а Колизей только на ровной поверхности ставится? Арена? Нет, не обязательно. Значит, можно Колизей вот тут будет сделать. Отлично. Отлично. Хубилай, а почему ты так плохо идешь? А у меня с производством прям гигантские проблемы. Слушайте, а у нас так до сих... Ну, я не знаю, как на вашем континенте, но на нашем континенте я так еще не видел ни одного лагеря варваров, который в ГГшку превратился. У нас как минимум один есть. Как минимум, да, тоже еще один видел. Прям рядом со мной Китаем. Даже два, наверное. Даже, наверное, два, да. Потому что Лавента заспавнилась просто в снегах. То есть это, скорее всего, вырос из этого самого, из... лагеря. Все, я могу объявлять войну турку. Я тоже. Давайте, европейская война. А турк это кто? Им. Турок это турок. Прикольно, да, у нас совместное учение на границе, да? Понятно. Ну, блин, тигры они, наверное, больно бьют, да? Да, не особо. Ну, под Крестовым хорошо били. Так, типа, не прям юнит, который нужно куда-то там идти, типа, спешить. 70. Ну, да. Ну, это дешевле, чем миссионер, и он убирает именно то религию. То есть по городу они бьют, ну, мне не надо распространять, мне надо убирать. А в чем тогда получается особенность? Ну, у них посильнее получается, да, на 10, да, чем арбалетчиков. А открывается они раньше? Смотри, или? Смотри, у арбалетов 40, но у них дальность 2, а у этих мощь дальнего боя 50, но дальность 1. А, нет. Открываются одинаково. Так, рынок. Давайте акведук сначала. Кстати, нам так и не видно дамбу, да? Видно. Короче, надо завязывать, заигрывать с этими лагерями варваров. А как ты с ними заигрываешь? Ну, я не хотел это самое трогать, думал, разовьется. Эта скотина ко мне периодически присылает это самое. Все новые и новые юниты. Ноль производства из-за отсутствия лояльности. Лучко, а ты там будешь город ставить? В принципе, мне не важно там особо. Да, это... Можно теорию. Через три хода сможем культурный союз. Да, планировал туда запулить сейчас. Ну, не сейчас, но... Ну, там, в принципе, что там этот город? Что только если заповедник поставить. Грузин, это ты лохот, да, забираешь? Ну, в общем, решай, типа, я вот в следующей монументальности прямо сейчас вот следующий... Чего грузин? Или ты ставишь? Лохор ты забираешь, да? Да. Кинь метку еще раз, куда ты собираешься кидать? Ты левее, наверное, от оазиса, да, хочешь поставить? Да. Ну, я могу, кстати, на клетку ниже, ты на море поставишь. Ну вот я бы согласился. Что я хочу всунуть туда, куда-нибудь тоже. Окей, я тогда вот сюда ставлю.
Так, куда он может высадиться своим? А ты на вот тут он может высадиться. Хорошо. Поэтому... Так, встанем. Табак можешь купить. Да, хорошо, спасибо. Угу, дуболом его тут пришел. Ко мне просто кавалерия Рома наведалась. Там еще не открыл этот... Я понимаю, что тут проблема, но я надеюсь, что я сейчас апну. Я? Но. Копейщика. Я открыл уже. Нам как-то надо эти... Ну, у меня гавань там будет сейчас, чтобы морской путь, туман этот открыть. Ну, мы тут шли этот кампус, ну, ломать, который мне ничего не дает, по-хорошему. Сейчас просто у меня парад мечей, ланснехтов китайских. Я понял. Я один город вижу, но это сухопутный. Второй вот вижу. Да просто отправь коня. Странно, что Кёльн отвалился. Нет, так я разведал, ну, я и вижу, что да, у меня ж вон разведчик стоит, смотри. Во. Типа я вижу. Я ничего не разведывал. А я вижу у тебя все. Я говорю, мне надо только. Я хотел бы именно морские отправлять. А у меня в городе только вот Хандань и Шанхай на море, и Сиань, остальное у меня все. У меня сколько? У меня 4 города получается. Я мог бы быть морским Китаем, но американец передумал. Кстати, да, потенциал был. Так, мне нужен караван из Майнца стопудово. Где мне его построить? Наверное, в Магдебурге. Да, что-то вообще так науки мало в этой игре. Ну, конечно, кампусов нету, но их и ставить особо негде. Пройдемся по городам. Кстати, Темпломайор в Магдебурге нужен. Вот на что можно потратить, кстати. Темпломайор тут хорошо бы встал, если его, конечно, никто не построил. И вообще, открыл ли я его? Мне кажется, я его не открыл. Вот он. Плюс один к довольству от развлечений за каждую клетку озера в пределах одной клетки от Темпломайор. Так? Вот сюда надо ставить, да? Будет 3 клетки озера. Плюс одна пища, одно производство за каждую клетку озера в империи. Но у меня больше озер. Ну тут, ну это фигня. Да, я бы в Магдебурге Темпломайор построил, реально. Ну и чё, турок этим не ходит, наверное, там куча юнитов. Не знаю, зачем турок портил отношения, то есть у меня нету выбора. Я хотя бы пытаюсь его религию убирать. Забыл инквизитора. Так, отлично, вот это я и ждал. Нет, ведь я не до... Ну, я следующим ходом попробую его убить. Здесь.
Тут он решил все-таки ломать мне. Ну, я сюда встану. Пускай он ломает мне кампус. Так, тут надо будет пряности обработать. Блин, кого-то убило. Блин, все-таки убило там арбалета. И ульм отвалился. Зашибись. Со стенами. Кайф. Нет, наверное, все-таки камень лучше сначала обработать. Банк и рынок мгновенно. Блин. Я уже везде... Ладно, можно сохранить пока. Временно. Так, тут Колизей, просто передаем клетку и строим Колизей. На ровном участке, ну ёперный бабай, ну... Надо было здесь ставить развлекательный, тут Колизей. Ты почитал же вроде, нет... Не написано красным цветом, все равно. Ладно, театралку. А я шпионов могу делать? Могу. Ну, пожалуй, пока все равно два влияния. Учетные банки, конечно. Китай, подкинешь мне соточку монеток? А, да, есть. Конечно. Да можно даже больше. Давай тебе все верну тогда. Сколько тебе нужно вернуть? Я сколько ты? Два раза по 100 мне, да, по-моему, брал? Ну, что-то такое, да. Ну, давай 200, вот, верни этот дающий. Так, после пороха я бы все-таки контрфорс открыл. Более сейчас торговую республику приму, ускорю. Хотя, с другой стороны, это не скоро будет. Тогда... военную тактику. Надо мне при помощи копейщика убить этого парня, но что-то у меня сомнения. Да, с наукой просто очень грустно. И не умер.
Блин, ну я не знаю, это грабеж вот этой клетки очень странный. Нашел мой единственный кампус такой, мучает его. Вы прикалываетесь, блин. Китай, предложение. Монголия, предложение. Построили. Контрфорс вообще далеко. Может, пока строителей не делать здесь. Давайте шпиона. Так, тут через три хода, возможно. Ну, чеченица. Метеортопических лесов не так много. А вот и Китай. Так. Майнц бегает из Дортмунда, я бы отправил. Стоп, я тут рыбу обработал. Тут стоим, ждем. Так, а где у нас может быть вообще еще центр коммерции? Может, просто его использовать, чтобы... Банк и рынок. Ну, вообще еще в Кёльне я могу центр коммерции, да? Ну ладно, давайте сохраним на будущее. Военного инженера бы тут тоже не помешало построить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!